Глава 15. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов.